Всех приветствую, меня зовут Катя, я ученица Михаила Агеева, второго потока. Изначально я познакомилась с Михаилом на очном сеансе в Краснодаре, и побыв в энергиях этого человека, я захотела стать его учеником, и Михаил принял меня в эти ряды, чему я очень рада и благодарна ему за это. И затем были месяцы школы, месяцы трансформации, месяцы новых открытий, открытий в себе, тех качеств, которые раньше я не замечала или не хотела замечать. Открытие того, что ты не один, открытие того, что у тебя есть божественная семья, о том, что твои ангелы рядом, о том, что Творец любит тебя как свое дитя, о том, что чувство одиночества просто стало для меня незнакомым. То есть я знала, что и знаю сейчас, что меня поддержат, что меня направят, что меня оберегают. И это замечательно, и вот к этому пониманию меня подвел очень близко Михаил. В пространстве школы находиться было абсолютно экологично и безопасно, и за что большая еще раз благодарность Михаилу, потому что это очень чуткий человек, очень чуткий наставник, который всегда чувствовал настроение группы. И мне казалось, что он чувствовал настроение каждого, потому что иногда бывают всякие настрои, бывает где-то неуверенность какая-то появляется. Но Михаил это настолько чутко все прочувствовал. И когда мы виделись онлайн, один раз в неделю мы встречались, мне казалось, что то, что Михаил говорит сейчас, он говорит это конкретно для меня. Я думаю, как это у него получилось, как у него получилось прочувствовать то, что чувствую я. И он очень мастерски выводил все в благостное русло. И то есть это вот такое качество его как наставника, очень чувствовать атмосферу, направлять энергии группы, то есть корректировать и учиться в его школе, это абсолютно экологично, безопасно, и плюс ты находишься все время в атмосфере семьи, ты знаешь, что тебя поддержат, что тебя наставят, что тебе пожелают всегда доброго утра и прекрасного дня. Это замечательно. Я хочу сказать, что Михаил это прекрасный учитель и наставник. Я его очень люблю. И я хочу сказать, что он может тебе быть как другом и как братом. Ты чувствуешь эти теплые энергии, поддержки, эти потоки. И с другой стороны, для меня Михаил это неоспоримый авторитет. То есть я очень уважительно отношусь к нему, как учителю, к наставнику. То есть вот эти два качества он умеет сочетать. Это открытость. Всю информацию, которую он дает, ты просто веришь в это. Даже не возникает доли сомнения. Ну, во-первых, наверное, потому что Михаил срезонировал мне изначально. Вот, а во-вторых, потому что этот человек дает все от сердца, то есть ты чувствуешь правду в этом, потому что человек просто без остатка делится полностью тем, что он знает, и видно, насколько человек не безразличен к тому, что он делает, к своему делу, насколько он любит людей, насколько он любит Творца, насколько он любит то, чем он занимается, потому что он доносит все четко, ясно, с любовью, с таким... Даже не знаю, как это сказать, как вот, ну, как с изюмом. То есть видно, что человеку очень нравится то, что он делает. И это здорово, это заряжает тебя тоже на то, чтобы на дальнейший путь двигаться вперед. Это здорово быть в поле такого мастера, такого человека. А пока мы находились в этой школе, учились, и сейчас в моей жизни произошло много трансформаций, не говоря уже о личных моментах, о личных переменах внутри, об осознании того, кто ты, об осознании того, на что ты способен, осознание того, что у тебя нет ограничений, если ты все делаешь от сердца,
И если ты все делаешь с божественным светом. И в моей личной жизни произошли изменения. Мы долго жили с человеком, мы, наверное, где-то остановились в развитии, в своих отношениях и были на грани расставания. Мы не женились все это время. И вот в начале ноября я выхожу замуж, мне сделали предложение, и мы вышли на новый уровень общения, у нас все замечательно. Благодаря моим осознаниям, которые происходили у меня на школе и которые продолжают происходить сейчас. Я даже до сих пор продолжаю, хотя я уже все уроки просмотрела столько, сколько нужно, я продолжаю их слушать и смотреть, потому что этот опыт, конечно же, бесценен. Вот, так что у меня на личном фронте изменения. Я выхожу замуж, и мы скоро переезжаем в наш новый дом. Я в работе своей работаю с телом, с телесными практиками. Я начала работать в абсолютно другом направлении, в том, в котором не решалась давно. У меня не было для этого смелости. И сейчас моя работа складывается с телом абсолютно творчески, абсолютно из удовольствия. Я почувствовала в себе уверенность, я почувствовала желание развиваться, расти. Я работаю сейчас в очень хорошем клубе, в котором я хотела работать. И вот как раз-таки в момент обучения в школе я устроилась туда. Я даже не могу сказать, что я там работаю, я просто наслаждаюсь и получаю от своей деятельности большое удовольствие. Я хочу сказать, что в течение школы с моими близкими тоже происходили трансформации, происходили чудесные моменты, можно от материальных каких-то чудес. Михаил каждую неделю молился о нас, о наших близких, о наших ситуациях. И действительно, все то, о чем заявлялось, происходило очень быстро. Допустим, у моего ребенка 2 месяца был насморк, который я не могла вылечить ничем. Мне не хотелось уже моего ребенка пичкать таблетками. И после молитв Михаила и всей нашей группы, через пару буквально дней у моего ребенка прошел насморк без всяких медикаментов. Вот. И таких ситуаций было очень много. И большая благодарность Михаилу за это. Я хочу сказать вам, дорогие, слушайте свое сердце. Я думаю, что каждый, кто учился у Михаила, скажет вам об этом, потому что действительно, мне кажется, свой путь можно почувствовать через сердце человека, у которого ты хочешь учиться, у которого в поле которого ты просто хочешь быть, можно почувствовать через сердце. И если ваше сердце говорит вам да, то идите и не задумывайтесь, потому что, ну, это большое очень благо. Учиться в школе Михаила. И я всем желаю процветания, я всем желаю любви, желаю радости. Я благословляю вас. Всем пока!